еще один проблемный перекресток в городе. Итак, улица Коммунистическая и улица Лазо. Эта плитка, кстати, одна из первых, наверное, в городе, которая была постелена, и уже надо ее немножечко тоже подсаманить. Там дальше, до Кирова, там вообще пройти невозможно. Вот такой облик городской вы сейчас видите на своих экранах. Так что надо ремонтировать. Нужно. Спасибо за внимание.